Летим дальше, на юг. Глубокая долина Ванч. Перешли ее на высоте более 5000 метров. За ней одноименный хребет. За Езгулемским хребтом погода меняется на более сухую и жесткую, и начинаются территории, еще не облетанные парапланеристами. Рушанский хребет и пик Подхора. За Рушанским хребтом проходит Памирский тракт от Харога до Мургаба. Над ним точка посадки. Крендели, как тебе полет? Всего за день 137 километров на высоте до 6300 метров. Андрюха пошел пиаром заниматься. Он нашел камень, на котором работает передача данных. Это будет клево. Так, у нас вот панельки стоят, солнечные, заряжаются. Вон туда идет провод. Вот, фотоаппарат, Enrich, Powerbank. И все тут понемножку навалено.